Ребята, всем привет! В эфире канал MotoSnap. Сегодня у нас на обзоре и осмотре четырехтактный лодочный мотор Mikatsu 15. Ну, давайте вот так его осмотрим внешне. Данный мотор четырехтактный, двухцилиндровый, румпельное управление. Вот, объем 323 кубических сантиметра. Вот, давайте вот так скроем колпак, посмотрим. Вот, положим аккуратненько. Вот. Он является точным аналогом сертифицированным Yamaha четырехтактной 15-сильной. Соответственно, вот. Да, у данной модели стоит карбюратор впрыск. Вот. Имеет три передачи. Это нейтральная, ну и, соответственно, передняя и задняя. Вот. Выносной бак у него 12 литров в комплекте идет. Система запуска — это у него ручной стартер. На это вот имеется ультратонкой очистки. Вот, насос, соответственно. Вот, масляный фильтр. Мотор четырехтактный, смазка у него картерная идет. Вот, диаметр и ход поршня, диаметр цилиндра и ход поршня у него 59 на 59. Это квадрат. Это отличный выбор для тех, кто хочет получить высокую мощность, но не желает переплачивать за топливо. Данный мотор очень экономичный. У него всего 5,3 литра расход в час. Но это при максимальных оборотах. Вот. Есть возможность установить электростартер. Вот видите, крепление. Единственное, надо будет заменить зубчатый венец, поставить маховика. Вес двигателя данной модели составляет 53 килограмма 400 грамм. Вот. Вот такой, да, видите, стоит на винте. Вот, кстати, тележка очень удобная для гаража, его можно перекатывать. На это имеется, ну вот здесь чека безопасности устанавливается. Можно также делать круиз-контроль, как я называю это. Вот. Он крепится на струбцинах. Все как полагается. Вот. Зажигание у данной модели SDI. Топливо используется 92-95 бензин. Вот. Рекомендуемые масла, кстати, ребят, на данной модели AE10V30 либо SAE10V40. Вот. Ну, соответственно, для лодочных моторов. Редуктор у него получается придаточным отношением 2,8. Вот. Мощность у данной модели 11 киловатт. Генератора, к сожалению, на данной модели нет. Вот. Объем трансмиссионного масла в редукторе 250 миллилитров. То бишь 1 литра вам хватит на 4 замены. Отличный мотор. Вот. Зарекомендовал себя. Уже проверен не один год. Вот. У нас в России их очень-очень много. Народ пользуется. Кстати, данная модель обладает 10-летней гарантией. Прям 10 лет. Вот. Ну, соответственно, если вы обращаетесь в сервис. Вот такой колпак у него. То бишь на воде его практически не слышно. Выхлоп, соответственно, через ступицу грибного винта. Всех, кого заинтересовала данная модель, обращайтесь, пишите. Номер указан в описании. Ну и, как всегда, с вами был Алексей Викторович, канал MotoSnap. Также можно приобрести другие модели. У нас вот очень большой выбор. Ну все, до новых встреч.